Приветствую любители Москвы. Вы смотрите передачу «Подмосковные места». Это поселок Львовский. Началось лето, летний сезон, время летних отпусков. И у нас, собственно, начались, пусть и немногочисленные, но подмосковные походы. Вот храм, кстати, поселка Львовский. Единственный храм в этом поселке. Святого мученика Пантелеимона. Построенный в 2013 году или в 2011, ну, в общем, около 10 лет назад. Он новый, а до этого в поселке храмов не было, как ни странно. Ну, поселок, в принципе, можно сказать, уже такой, с такой историей. Ему уже около 120 лет, он был основан в 1903 году. Вот, по имени, фамилии, вернее, одного из владельцев местных, Львова, который имел тут владение, ну и который, в общем, наверное, судя по всему, и основал как раз, ну или был один, скажем так, из основателей этого поселка в самом начале 20 века. Был основан вот этот единственный, кстати, такой современный дом, пожалуй, вот в этом поселке постсоветский. А поход наш, он будет проходить от вот этого железнодорожной платформы Львовская и дальше до Лаговского леса. Ну, или Львовского леса, его по-разному называют. Ну, наверное, более правильное название все-таки Лаговский лес. Вот этот вот дом, который стал как бы доминантой теперь этого поселка. Вот вам прямо около станции. Вот эта станция, видите, там железная дорога проходит. Это такая привокзальная площадь. Ну, или более нормально сказать, все-таки не привокзальная, а пристанционная площадь. Вот, потому что, собственно говоря, вокзала здесь никакого нет, а просто станция. Притом, ну, достаточно небольшая, в общем-то. Вот. И здесь раньше была такая большая толкучка. Ну, тоже, как и в Москве, все эти толкучки, в общем-то, разогнали. И, кстати, вот этот дом, он был построен на месте рынка. Такого обычного рынка, как раньше вот были, да, в подмосковных городах, поселках многие такие. Вот, и его снесли, и вместо этого большой довольно рынок был, протяженный. А вот эта улица Горького, вот, где мы сейчас идем, это самая главная центральная улица этого поселка Львовский. Вообще этот поселок, он сейчас на самом деле является официальным микрорайоном города Подольск. Вот, то есть, вот, хотя, конечно, многие недовольны этим, я считаю, это тоже неправильно, потому что Подольск все-таки находится, ну, достаточно далеко от этого поселка. И, скажем так, управлять из Подольска этим поселением, ну, достаточно тяжело, конечно. Вот, поэтому, ну, это такая сейчас тенденция к укрупнению многих поселений, их постоянно присоединяют друг к другу, да, то есть этот процесс, он везде идет. И в том числе в Московской области достаточно активно. Вот, хотя, еще раз повторюсь, это неправильно совсем. Ну и вот видите, этот поселок, он весь буквально утопает в зелени. Это вот Советская улица. Вот она пересекает здесь улицу Горького. Вот, застройка здесь разная. Есть и сельская застройка. Но это такой, конечно, из ряда вон выходящий дом, да, высокий и современный. Вот, видите, киоск остался, небольшой павильончик. Раньше таких киосков, особенно около станции, было, конечно, намного больше. Вот. Но в то же время сохранилась здесь и некоторая относительно старая застройка. Ну вот, один из магазинов, Пятерочка. Тоже, конечно, сетевых магазинов, сетевые магазины тут есть. Вот. Ну а вот сейчас мы увидим дома, которые были построены еще в 50-е годы. То есть, которым уже получается около 70 лет, больше 70 лет. Вот эти дома, они там прям буквально, можно сказать, скрылись за зеленью деревьев. И, несомненно, являются в некотором смысле достопримечательностью этого места. И можно, в общем-то, посвятить какое-то время, свое время, да, пути именно осмотру, знакомству с этими домами. Таких домов, двухэтажные дома, кирпичные 50-х годов постройки. Их уже все меньше и меньше сохраняется. И в Подмосковье, и в Москве. Вот.
их сносят, и на их место ставят уже такие достаточно безликие стандартные коробки многоэтажные, которые, ну, особо интереса не представляют. Ну, это трехэтажный дом. Ну, эти дома постепенно выселяются. Вот это вот двухэтажный дом. Ну, вот так вот, видите, на улице Горького, на центральной улице, и такие вот дома сохранились тут. Их тут сохранилось около десятка, ну, чуть поменьше, да, и уже многие, по крайней мере, один или два из них уже заброшены, выселены, скорее всего, будут сносить. Ну, вот эти пока еще жилые, так сказать, обитаемые, но тоже, конечно, неизвестно, сколько времени они еще простоят, видите, такими уголками они идут. Конечно, ну, наверное, внутреннее состояние у них далеко не самое хорошее. Но зато видите, какая демократия. Все открыто, никаких тебе домофонов нет. Вот, то есть заходи спокойно, так как это и раньше было у нас практически везде. И в Москве тоже так же. В общем-то, двери в подъезды почти всегда были открытыми. Ну а сейчас, видите, белье также вот так вот висит. Свободно на улице сушится, да. Ну, ничего, люди не боятся. Так вот. Видите, какое. И раньше это была, так сказать, норма вещей. Очень многие сушили в Москве на таких вот веревках белье. Ну, сейчас в Москве этого практически не встречи, потому что попробуй постуши, и тут же могут и украсть. Вот. Во многом из-за этого перестали так делать. Ну, и вообще как-то, опять же, могут быть и замечания, и нарекания, что это вы тут делаете, сушите и так далее. Ну, в общем, все это, конечно, уже такая практика, она уходит в прошлое. И система, она, надо признать, была довольно неплохая, поскольку все-таки тоже способствовала единению между людьми. В общем-то, больше открытости, доверия, скажем так. Ну, вот еще одна из улиц. Вот тут есть и пятиэтажки, есть и девятиэтажные дома. И вот так вот, так, если походить по разным улицам. Ну, конкретно здесь на улице Горького нет таких домов. Вот пятиэтажки еще присутствуют, а девятиэтажек нет. А так, в принципе, там вот подальше есть, можно туда пойти на улицу Строителей. Вот, есть и новые районы. Ну, а вообще, надо сказать, что этот поселок Львовский, он, в общем-то, скажем так, ну, тут было раньше много разных деревень, владений. В конце 19 века, в начале 20-го, это было довольно известное дачное место. Ну, может, не такое известное, как, допустим, Люблино, вот, или что-то подобное, какие-то усадьбы, такие дачные места. Тоже Новогиреево, скажем. Вот это Садовые улицы, кстати. Вот так. И там, кстати, на ней деревянная застройка. Вот здесь вот за вот этими деревьями еще ну, каменная стройка, такие двух-трехэтажные дома, причем один из них, он заброшенный, там дом, вот видите, там прям за деревьями высвечивают, это один из заброшенных домов в поселке. Там уже людей выселили. Вот. Ну, а так, конечно, в принципе, все равно дачи здесь были, и, в общем-то, некоторые москвичи тут на лето поселялись или так приезжали иногда. Вот, и для них была построена железнодорожная станция Львовская. Ну, фактически одновременно с основанием поселка, чуть попозже, по-моему, в 1905 году. Вот еще один из магазинов тут можно, если что, там подкрепиться, чтобы с собой из Москвы не таскать там разные продукты в поход. А то можно, в принципе, здесь что-то взять, что-то прикупить. Но основные продукты здесь, конечно, есть. Может быть, не такой ассортимент, как в Москве, но основное это купить, конечно, можно. Вот, и была построена, да, специальная платформа Львовская на 54-й версте от Москвы, представляете? Ну, тогда расстояние измеряли в верстах, а не в километрах. Ну, впрочем, там одна верста, она чуть-чуть была больше нынешнего одного километра, так что там почти одинаково с километрами. Вот, и, значит, да, вот на 54-й версте открыли вот эту вот платформу. Ну, сейчас это получается 56 километров, да, если так взять. Но именно имеется в виду, конечно, 56 километров от Курского вокзала. То есть не от Москвы, это тоже надо понимать, а именно от Курского вокзала. Потому что вот еще один домик, кстати, видите, такой симпатичный, двухэтажный. Тоже жилой. Ну, по крайней мере, частично. А с той стороны, видите, как вот, а с той стороны дачные дома. Вот там за оградами, с присадебными участками. То есть это такой поселок, он довольно контрастный. Ну, как, в общем-то, и многие другие подобные поселки. То есть тут деревянная застройка с присадебными участками, она соседствует с, в общем-то, такими капитальными строениями, многоэтажными домами. Ну, вот еще магазины. Так что, как видите, с магазинами здесь особых проблем нет. И разные службы тоже быта.
Ну, а вообще, конечно, эту платформу, да, а видите, 50, получается 56 километров. А от Москвы на самом деле здесь совсем недалеко, то есть на самом деле здесь, ну, примерно километров 10, наверное, от Москвы, если так взять, потому что Москва сейчас протянулась ну, практически до Подольска, то есть Щербинка это тоже Москва, вот, Силикатная, и вот только уже Подольск, это уже, да, Подольск, ну, это, соответственно, уже Подмосковье. Ну, от Подольска здесь буквально вот около 10 километров, так что, по сути дела, в общем-то, этот поселок находится где-то вот в районе 10 километров всего от Москвы, от нынешней Москвы, от нынешней границы Москвы. Видите, как Москва за прошедшие 100 лет сильно разрослась. Вот. А это вот у нас тоже можно погулять здесь по скверику. Это скверик около Дома культуры или Дворца культуры «Металлург». Дело все в том, что вообще этот поселок, он, скажем так, конечно, изначально был дачным местом, да, но вообще-то, в принципе, да, вот такой большой именно толчок к развитию здесь вот такого большого поселка, прибытию сюда большого количества людей, дал именно завод металлургический, который, собственно говоря, здесь как раз и находился, в общем-то, в советское время, с 1939 года. Вот этот Подольский завод цветных металлов он называется. Ну, вернее, скажем так, назывался, потому что сейчас завод закрыт, он уже не работает довольно-таки давно. Вот, и там почти все разрушено на его территории. А это вот был Дом культуры «Металлург». Ну, потому что работники, соответственно, этого завода металлов, да, они считались как металлургами, да, вот. Плавка металла там занимались, да, разными, так сказать, работами с металлом, в том числе горячими работами. Ну и, соответственно, вот и для них специально здесь построили в поселке. Ну, это уже в 70-е годы, вот такой вот дворец культуры с такой красивой мозаикой и такой красивое панно, ну, очевидно, на тему металлургии тоже, да, вот такое красивое панно. И сейчас этот дворец культуры используется, естественно, для разных кружков, ну, и тут всякие мероприятия проводятся, выставки, то есть это как бы такой культурный центр вот именно вот этого поселка Львовский. Ну и рядом с ним, вот видите, такой скверик, где, в принципе, можно посидеть. Если центральная часть этого сквера, она там, ну, как бы парадная, залита солнцем, то здесь вот, видите, по бокам сквера, да, ну, скажем так, в глубине можно, в принципе, отдохнуть в тени деревьев. Вот еще одна улица, по-моему, Школьная она называется. Ну, тут много достаточно улиц, Красная и Пролетарская, ну, и такие вот названия, они, в принципе, разных писателей, там, советских символов. Вот такой скверик, причем довольно большой. Ну, для такого, по крайней мере, поселка. Вот. Ну, тоже тут плитка, как ни странно. Вот она. Она не только в Москве есть, оказывается, и в таких вот даже, в общем-то, поселках не очень-то уж больших, да, тоже присутствует. Ну, а так здесь сейчас проживает около 10 тысяч человек. Ну, чуть побольше. Некоторые называют цифру 12 тысяч человек. Ну, вот где-то так. В разных данных по-разному. Но население, так оно чуть-чуть растет. Вот. Ну, а еще где-то менее 100 лет назад тут было население всего около 1 000 человек. Причем на этот завод, на стройку этого завода, на его обслуживание, так сказать, привозили людей с разных областей, потому что москвичи ехать сюда не хотели. Вот. А мигрантов тогда не завозили, в общем-то, такой практики не было, чтобы завозили на такие стройки там из Таджикистана, там, да, из Киргизии, там, и так далее. И завозили людей сюда, ну, как это называли, лимитчики, да, вот тогда был такой термин. Ну, из разных других областей, хотя лимитчики, это, конечно, больше для Москвы, но вот сюда тоже завозили людей с Рязанской области, с Тульской, с Орловской, ну, в общем, в основном примыкающих к Московской области людей. И вот здесь для них строили такие, как дома, такие бараки, но не те, конечно, которые сейчас мы видим, нет, это еще были 30-е годы. Вот для них строили бараки, вот, так называемые финские домики по финской технологии тогда. Ну, здесь можно отдохнуть, в принципе, при желании тоже посидеть. Вон там, видите, скамеечки прям в тенечке находятся, поэтому можно там посидеть. Вот, так что такие вот люди, вот они строили этот завод, потом работали на нем. Вот. И завод этот был, так сказать, ну, как говорили, так, градообразующим. Ну, это, в принципе, поэтому этот поселок, он, ну, его, кстати,
В общем-то, стали строить еще в 30-е годы, да, но помешала потом война. Война в 41-м началась, и, по сути, предприятие так и не достроили, а достроили его уже потом, после войны. Оно стало уже, так сказать, работать на полную катушку, ну, практически сразу после окончания Великой Отечественной войны. Вот этот вот как раз завод по обработке цветных металлов. Вот еще такое одно из старых зданий, тоже из жилых домов, да, вот на территории поселка. И видите, вот тротуары все обсажены деревьями. Раньше такую картину можно было достаточно часто наблюдать в Москве. Вы наверняка помните, кто вот постарше, моего возраста люди, да, даже чуть постарше, кому там уже за 50 лет, то, наверное, такую картину наблюдали, когда вот вокруг тротуара были обсажены деревья, да. Но сейчас такую картину можно наблюдать все реже и реже. Еще остались, конечно, такие улицы, где такую картину можно наблюдать. Но, к сожалению, все это благоустройство, так называемое, а по сути просто вырубка зеленых насаждений, которые проходят уже много лет в Москве, по всему городу, она, к сожалению, приводит к тому, что такие вот уголочки красивые, по которым очень приятно пройтись летом, постепенно мы утрачиваем, Москва утрачивает. Ну, вот еще один из домов тоже таких старых. Так что вот по пути к этой вот месту отдыха можно посмотреть заодно такие вот старые здания, построенные еще в 50-е годы прошлого века. И мы с вами сейчас подходим к старому Симферопольскому шоссе. Когда-то, сейчас это по нему уже мало кто ездит, ну, вот так транзитом, да. В основном им пользуются те, кто едет вот в Подольск, в Чехов, ну, так вот, в другие города, то есть, ну, или так вот, допустим, в ту же Львовскую, то есть местного значения такая, это старое Симферопольское шоссе, оно скорее превратилось в такую дорогу больше такого местного, ну, или хотя, по крайней мере, регионального значения, скажем так. Вот, а вместо нее построили новое Симферопольское шоссе, трасса Крым, он неподалеку проходит отсюда. Вот, и там уже машины несутся, это такая многополосная огромная магистраль, и она идет в обход городов и Подольска, и вот этого Львовского, вот, и Чехова, и дальше туда, вот, прямиком в Тульскую область, и дальше туда, в направлении Крыма. А это вот старое, раньше был такое вот шоссе, старое Симферопольское. Вот, ну, тут, естественно, уже совсем не то движение, которое по трассе Крым проходит. И вот сейчас мы будем ее пересекать. Тут есть светофор, так что перейти не составит никакого труда по светофору. Вот. Ну, там, видите, тоже еще одна пятерочка, еще один магазин, автосервис также находится. И мы фактически покидаем пределы вот этого поселка Львовский. Именно здесь, по Симферопольскому вот этому шоссе, по Старо-Симферопольскому, проходит как раз граница вот этого поселка. А дальше там уже начинается поселок, ну, даже не поселок, а деревня Лаговская. Вот. Ну и просто обычные поля и леса. Вот. Так что в основном тогда все жители, а с 1659 года этот поселок он стал рабочим, то есть до этого был по преимуществу дачный поселок, ну а с 1959 года стал рабочим. После уж того, как это вот предприятие по обработке цветных металлов, Подольский завод этот, он уже, так сказать, прочно встал на ноги, стал давать продукцию, то после этого вот стал рабочий поселок. И почти все жители этого поселка работали именно вот на этом Подольском заводе. Кстати, вот если то пройти направо по вот этому Симферопольскому шоссе, то можно видеть такой магистральный центр по переработке почты. Это и крупнейший вообще в России, не только в московском регионе, чем и в России, центр, автоматизированный центр по сортировке и отправке почтовых сообщений. Он может обрабатывать по 3 миллиона почтовых сообщений в день. Причем он автоматически. Вот, и дальше уже там эта корреспонденция, она доставляется по разным почтовым сообщениям. Вот там находится знак, написано Львовский, 1903. Вот это как бы такой въезд в этот вот поселок. Ну и дальше уже через улицу Горького можно пройти к станции и дальше ко многим другим улицам этого поселка. Напомню, ныне это микрорайон города Подольск. Вот. Так что такой вот центр тоже находится. То есть там какая-то часть людей работает. Ну а завод этот закрыт, к сожалению, да. И, ну, по сути, просто, да, просто обанкрочен. И, в общем-то, там, ну, какое-то время была аренда, он довольно давно уже закрыт. Это поля, над которым проходит линия электропередач. Видите, такие тут леса нет.
поскольку вот линия электропередач проходит и направо, и налево, и поэтому тут все вырублено. Вот такие линии проходят. Вот, с мачтами, с такими здоровенными. Вот. И здесь, как ни странно, есть тротуар. Понимаете, вот он как раз идет на, именно до территории вот этой вот места отдыха жителей Львовского, потому что это для них этот пруд и лес, который Лаговский, да, по которому мы сейчас как раз идем, это является единственной фактически территорией для отдыха всех жителей этого поселка Львовский. Больше им отдохнуть так вот особенно и негде. Ну, есть, да, скверики, конечно, вот этот сквер перед Металлургом, Дворцом культуры, есть там на улице Строителей небольшой бульвар, ну, и так, кое-какие небольшие места, но все-таки как таковой, вот именно специальной территории, парка какого-то, да, скажем так, как вот, допустим, в Москве, там, в других многих городах, в общем-то, здесь этой территории нет. Вот мы сейчас идем как раз по дороге, которая приводит именно к шоссе Крым. Если хотите, можете, вот если вы по этой дороге будете идти дальше туда, вот дальше, дальше, дальше. Мы сейчас вот скоро остановимся и пойдем в лес. А если хотите, можете пойти туда дальше и выйти на трассу Крым. Ну, там делать, в принципе, нечего. Ну, просто, если желание есть, то можно туда сходить. Вот, так что, поскольку завода этого сейчас уже нет, и там его здания, они постепенно стали, их стали разрушать, и сейчас там почти уже ничего не осталось, остатки какие-то заброшенные здания, то, соответственно, сейчас жителям тут, в общем-то, работать особенно негде, по крайней мере, многим жителям, и большинство жителей ездит в Москву. Ну, как и из других подмосковных мест, городов, поселков, деревень многих. Вот. Ну, часть людей работает в Подольске, там еще сохранилась хоть какая-то немного из промышленности, ну, какие-то все-таки учреждения. Все-таки Подольск, это, как бы сказать, центр Подольского района, где как раз находится этот вот поселок Львовский. Ну, это все вот линия электропередач. А дальше, видите, уже начинается лес, тот самый, который нас интересует. Вот. Так что сейчас в основном ездят все в Москву на электричках утренних и дальше туда. Примерно час 15, час 20 до Москвы, ну, это имеется в виду до вокзала. А если, допустим, ехать, например, скажем, пересесть в Текстильчиках, скажем, или, например, в основном люди едут до Царицына, это первая такая пересадочная станция на метро, то, в принципе, ехать тут от Царицына всего меньше часа. Ну, я бы даже сказал, где-то минут 40 примерно. Минут 40. Так что экспрессы здесь не останавливаются, так что вот. Так вот, около 40 минут, что, в принципе, не так уж и много. Вот. Ну и туда и обратно, естественно, тоже. Вот. Ну, некоторые работают вот здесь, в поселке. Ну, тут в основном кто работает? Врачи некоторые, студенты, эти медики, там, да, учеба там кто-то учится, ну, школьку в основном. Продавцы, конечно же, работают. Ну, где-то там вот так, работники культуры. Где-то здесь вот всякие там кружки, секции, в том же металлурге там ведут, да. Ну вот в основном вот так, такая работа, в принципе. Что-то набирается, конечно, ну, сфера обслуги там, дворники те же вот. Ну, здесь вот автосервис и также стоянка большегрузов здесь, вот такая вот тоже территория. Это уже у нас пошла деревня Лаговская, так она называется. Ну, здесь, конечно, совсем она, в принципе, небольшая. Тут живет всего чуть более 100 человек в этой деревне. Вот она по эту сторону шоссе находится. Прямо в окружении леса. Вот здесь раньше вот находился профилакторий, такой санаторий-профилакторий. Вот от этого завода цветных металлов. То есть здесь вот на берегу этого Лаговского озера. Вот здесь была дорога в этот санаторий. Ныне там здания фактически все заброшены. Раньше был санаторий, где вот рабочие могли поправить свое здоровье, потому что работа, конечно, была вредная. Металлургия — это одно из самых вредных производств. Но и здесь можно было вот подлечиться. Видите, специально заботилось государство о здоровье людей своих. Строило специальные профилактории, естественно, бесплатные, насколько я понимаю. Ну, как тогда обычно было. Ну, либо за уж какую-то небольшую плату, там, с большой скидкой, можно было вот как-то подлечиться, править здоровье. Ну, сейчас об этом как-то даже смешно и говорить, чтобы какое-то предприятие там, да, от которого все меньше и меньше осталось. Да, кстати, при желании можете доехать тут на автобусе, но проблема в том, что автобус ходит очень редко, где-то примерно раз в час. Поэтому, ну, я имею в виду от станции, да, поэтому, в принципе, можете тут долго стоять и не проще ли дойти пешком. Поэтому, ну, и кроме того, мы все-таки
такие пешие туристы, поэтому ногами мы любим работать ногами тоже, а не только кататься на автобусах, метро и так далее. Поэтому думаю, что лучше всего пройтись пешочком, заодно и посмотреть вот этот поселок. Ну, при желании можно заглянуть и на разные улицы. Вот здесь можно тоже, в принципе, пройти, но тут довольно сыровато. Это как раз вот там к задней профилактории, которая сейчас тоже заброшена. Но завод закрыт, и поэтому, естественно, профилактория тоже заброшена. Причем уже довольно давно, и там почти здания тоже почти все разрушились. А вот этот самый Лаговский пруд на речке Рожайки, который тоже тут протекает рядышком. Вот такой пруд, который является местом отдыха жителей вот этого поселка преимущественно. За Москву сюда приезжают очень редко непосредственно этот пруд в окружении леса. Вот, и этот пруд, вот, он достаточно большой, кстати, протяженный, прямо вот по границе леса идет. А вот жители поселка как раз довольно любят здесь отдыхать такой, в летний период, в летнее время. Раньше здесь купались. Ну, сейчас официально купание здесь запрещено, ну, а так неофициально, говорят, купаются и сейчас. Кроме того, также ловят рыбу. Раньше вроде были окуни, даже можно было поймать там, карасей. Ну, сейчас вроде ротаны водятся. Ну, не знаю, в общем, какая-то рыбешка вроде там водится. Может, какую-то ценную вряд ли здесь поймаешь в таком небольшом мелком прудике. Кстати, он действительно довольно мелкий. Там даже на середине этого пруда там глубина, в принципе, примерно в человеческий рост. Примерно так. Ну, может быть, чуть-чуть побольше. Поэтому он на самом деле не глубокий. Вот. Его тоже так периодически чистят от заиливания. Но не такими варварскими способами, как это происходит сейчас в Москве. Вот. Войти лучше вот здесь, с этой стороны. То есть не там, где грязно. Там обычно на машинах приезжают. Вот. А войти лучше здесь, вот с этой стороны. Немножко тут еще пройтись. Ну, видите, здесь движение не очень большое. Поэтому уж так сильно прям вот какой-то прям вред от дороги его, в принципе, здесь нету. Как видите, машины проезжают, в общем-то, не часто. Их тут немного. В отличие от того же Симферопольского шоссе. Конечно, движение определенное есть. Какой-то фон, конечно, присутствует здесь, но он незначительный, поэтому ничего страшного, вполне можно здесь пройтись. Ну, там вот за деревьями как раз этот пруд. Вот тут как сразу открывается, довольно большой. Вот здесь раньше была усадьба подвязная находилась. Ну, от нее ничего не осталось, кроме заброшенного парка, который, по сути дела, просто слился с лесом. Вот этим окружающим. Никаких строений, ничего там нет. Вот здесь идет вход. И здесь, видите, что хорошо, тут тротуар, что довольно редкое явление на таких, в принципе, дорогах местного значения. Вот, и здесь вот лучше повернуть. Ну, дальше там тротуар, кстати, заканчивается, и поэтому не думайте, что он будет идти постоянно. Он там чуть-чуть еще будет, а дальше он закончится. И дальше уже придется идти по обочине дороги. Что уже, конечно, совсем другой расклад. И поэтому, да, и делать там, в принципе, нечего. Вот, а так все, конечно, идут в основном сюда, где находится пляж небольшой. И такая вот территория для отдыха с волейбольными площадками, да, и, в принципе, тренажерами, всякими спортивными площадками, детской площадкой. Ну, в общем, здесь, скажем так, народ любит отдыхать. Ну, поскольку я был здесь рано утром, в прошедшие выходные, то, соответственно, наверное, народ еще не встал. Вот, в субботний день, наверное, еще спал. И поэтому как-то так получилось, что я тут был в немногочисленном окружении рано вставших людей. А так, конечно, здесь, чем ближе к вечеру, тем больше тут усиливается народ. Есть скамейки, можно посидеть. Это как бы такая вот, ну, культурная часть. Видите, здесь можно, в принципе, сделать пикник. Хотя, ну, не знаю, вообще, конечно, в лесу пикники обычно не делают. Но в любом случае на привал можно здесь встать при желании, если хотите. Вот. Ну, или на скамейке посидеть. Если у вас есть какие-то специальные принадлежности, то, наверное, можно их разложить. Сделать там, скажем так, шашлык или там как-то перекусить тем или иным способом. Вот. То есть это как бы такая, видите, культурная часть, что ли, оккультуренная часть. Со скамейками, со спортивными детскими площадками, с дорожками асфальтированными. Вот. А дальше там уже конкретно лес.
Вот, то есть вот эта часть, вот, прилегающая к этому пруду непосредственно, да, вот с, особенно с этой стороны, с той стороны такое, такого нет, там все, ну там можно пройтись, но особенно вот когда это самое, дожди тут прошли, да, тут очень трудно было в некоторых местах пройти. Видите, там даже лестница, то есть, судя по всему, явно люди, это же не просто так она сделана, а для купальщиков. А вот видите, там нарисован знак, на котором написано, что купание запрещено, то есть официально оно запрещено действительно. Но... Еще раз повторюсь, насколько я знаю, я, правда, купаюсь не, но сейчас, естественно, люди не купаются, куда сейчас купаться. Сейчас вода еще холодная, градусов примерно только 15-16, это, конечно, для купания. Вот там, кстати, островок есть тоже декоративный. Ну, судя по всему, этот пруд, он остался еще, наверное, с давних времен, скорее всего, с древности. То есть он, видимо, входил в часть вот усадьбы, которая здесь находилась, барская усадьба. И он был одной из ее части. Возможно, были еще какие-то пруды, а может быть и один был пруд. Вот еще скамейка, то есть, в принципе, здесь можно посидеть, причем там есть урна, так что все очень культурно, не надо с собой ничего таскать, не надо бросать рядом, мусорить. Вот, а можно просто вот здесь так культурно посидеть, и как, перекусить и отдохнуть прямо на берегу пруда, что некоторые люди, в общем-то, и делают, как мы видим, вон там и с детьми, и просто сидят так вот, отдыхают. Вот волейбольная площадка, если любите и умеете играть в волейбол, ну, уметь там особо нечего, а так... Конечно, просто не все любят. Ну и кроме того, надо иметь для этого хотя бы, по крайней мере, мяч соответствующий. А так-то не поиграешь и без мяча. То есть, да, берите с собой мяч. Вот. И здесь вот можно поиграть в волейбол на этой полянке. Вон, видите, вон, сетка есть. Так что остается только мяч принести. Ну, мяч, конечно, никто тут вам не даст. Не принесете. Придется без волейбола. Тогда только сидеть на пруд смотреть. Ну, что тоже неплохо. Вот, это вот так называемая культурная часть, где в основном тусуется народ основной, здесь вот, да, и где здесь есть твердые покрытия на дорожках, в окружении, так сказать, зелени, да, есть вот там небольшие тренажеры и для детей. Вон футбольное поле, кстати, футбольный стадион небольшой, видите, вон ворота слева, и там можно в футбол поиграть, так что если, так сказать, не любите волейбол, можно в футбол, ну, футбол почти все любят играть. Но, опять же, придется все-таки взять с собой мяч, потому что без мяча никак не обойдешься. Больше ничего не надо, видите, футбол такая игра, что только мяч нужен. Вот. Ну, а все остальное здесь есть, ворота есть, поле есть. Так что, если есть мяч, можно поиграть. Вот, и, собственно говоря, на этом заканчивается культурная часть. А дальше начинается уже настоящий лес. Вот, вот эта часть как бы такая культурная, ну, скажем так, для людей, которые вот любят... Не любит там пачкать ног, там не любит в лес ходить, а любит там просто такой отдых, так, грубо говоря, там на плитке, на скамейках сидеть, просто вот так вот на берегу пруда. А дальше, естественно, можно пойти в лес, углубиться. Но здесь, конечно, я должен сразу предупредить, что лес этот, он достаточно большой. Вот, и он такой, в общем, достаточно в этом плане опасный. Поэтому, конечно, в этом смысле, ну, имейте карты. В общем-то, да, и старайтесь, если уж тем более карт нет каких-то, да, и навигации, а в лесу, кстати, плохо работает мобильная связь обычно, тем более тут достаточно такой дремучий, глухой лес, ну, может, не дремучий, но довольно все-таки большой. Но вот тут поэтому будьте осторожны. Если не знаете места, и нет у вас с собой никаких карт, нету какой-то навигации, лучше я вам советую далеко не углубляться. Вот. Ну и кроме того, я тоже хочу сказать, что здесь, вот видите, дорожки, они все достаточно сильно развезло, поскольку были дожди, вот прошли в конце мая, в начале июня, в Москве прошло очень много дождей. Вот видите, какая грязь. Поэтому, соответственно, если хотите идти в лес, то берите с собой соответствующую обувь. Сейчас, конечно, вот уже стало теплее, дожди прекратились, поэтому тут, я думаю, уже все, конечно, ну, может, не все, но значительно подсохло. Ну, в общем, скажем так... Тоже имейте это в виду. Ну, я думаю, вы это знаете, но просто обращаю внимание, вы сами видите, да, что здесь все, конечно, достаточно труднопроходимо. Без специальной обуви. Поэтому или сапоги надо брать, либо какие-то специальные такие высокие кроссовки такие вот. Ну, желательно какую-то специальную обувь. Ну, зато чем здесь хорошо, что это настоящий лес. То есть, действительно, вот это лес прям настоящий. Настоящий. То есть иногда называют его лесопарком, но тут все-таки скорее я бы назвал его именно лесом. И здесь можно, в принципе, сделать привал.
Вот, здесь есть несколько точек. Я вот видел, что люди здесь иногда ходят. Здесь почти нет людей. Вот я, по крайней мере, здесь не встретил ни одного человека. Именно непосредственно в лесу. То есть около пруда там еще мне встретились несколько человек. Ну, может, человек 5-6, вот так. Немного, да, но все-таки хоть сколько. Потом там еще двоих встретил. Ну, то есть, вот, в принципе, все-таки люди какие-то есть. А здесь вообще никого. Ни одного человека. Ну, это ничего страшного. В принципе, бояться здесь особенно, наверное, некого в плане там каких-то маньяков и прочее. Навряд ли здесь кто-то орудует. Ну, хотя, конечно, предосторожность, она какая-то всегда определенная нужна. Но я в том смысле, что здесь хорошо. Да, вот именно тем, что здесь тихо, спокойно. Причем здесь очень тихо. Только птички поют, причем так сильно поют, что они даже тяжело разговаривать. Настолько сильное, так сказать, тут пение. Причем даже кукушка поет. Ну, тут многие такие диковинные птицы, которых в Москве сегодня даже, наверное, не встретишь. Вот такие лужи попадаются. Ну, настоящий лес. Настоящий лес. То есть тут в лесу, конечно, как вы знаете, все довольно долго высыхает. Если там на городских площадях дождик прошел, уже там через час, через два на плитке уже ничего и не было. Как будто даже никакого дождя не было. То есть здесь, конечно, совсем другая ситуация. В лесу все высыхает долго. Вот поэтому тут проход требует определенной, так сказать, сноровки и соответствующего обмундирования. Но здесь зато вы можете, поскольку здесь тихо, вы можете отдохнуть душой и можете устроить такой привал себе, да? То есть если у вас есть палатка, можете, соответственно, здесь практически в любом месте можно разбить палатку. Ну, просто поищите, чтобы она, соответственно, место было более-менее сухое, да? Ну, конечно, не надо разбивать палатку, понятное дело, на грязи какой-то, да, и на мокротение, хотя сейчас такие палатки, которые, в принципе, водоустойчивы, есть очень такие в этом смысле. Но все равно это, конечно, не очень хорошо. Вот. Ну и все. А это вот мы с другой стороны этого самого озера. Видите, оно заболоченная часть, то есть та часть, вот, которая ближе к дороге проходит, к автомобильной. Ну, там она, видите, почищенная, а эта часть, она заболочена. Ну, видите, пруд постоянно заболачивается, это обычное явление, если его не чистить, то постепенно пруд превращается в любой пруд, фактически, особенно без какого-то такого полноценного питания хорошего, грунтовых вод, он превращается в болото. Это понятно. Ну, и тут, видите, прям такие заросли. Ну, просто наслаждайтесь красотой. Здесь действительно очень красиво. Такие вот опушки, поля. Слава богу, здесь никакого благоустройства нет. Никто не вырубает подлесок. Разнотравье красивое. Всякие растения тоже много. Таких, которых тоже, наверное, в Москве многие не встречат сегодня. Потому что вот эти все вырубки, постоянная косьба, уничтожение плодородного слоя, оно ведет к тому, что на этих землях уже практически ничего скоро расти не будет, кроме искусственной травы. И фактически все. И, по-моему, только одуванчики у нас остались, которые еще как-то вот. Да и то уже мало стало. Далеко не везде растут. Смотришь, некоторые газоны, там даже одуванчиков нет. Даже не хотят одуванчики расти. Казалось бы, такие неприхотливые растения. Но иногда вот такие вот, да, прям препятствия, лужи такие большие, прям разливы тут есть. Ну ничего, это же как бы зато какая красота, природа, какая растительность. Знаете, это же где такое в Москве найдешь? Уже таких мест мало осталось в Москве. Ну разве что где-то в Лосином острове, может, это вот такие вот места еще остались. В Измайловском лесопарке, ну и то уже так. Вот. Ну там еще можно найти, да. Мало, мало таких мест. Царицына фактически испоганили, там тоже уничтожили этот подросток. Одни взрослые деревья только остались. Там уже парк не такой красивый, как здесь. Такие вот опушки тоже встречаются. Ну и здесь, в принципе, при желании можно провести весь день, там полдня, ну, смотря какие у вас желания, возможности, потребности. Вот. Ходить, бродить, устраивать привалы, как говорится, петь песни под гитару. А если нет, слушать музыку какую-нибудь негромко включить так, чуть-чуть, чтобы маленький фон был. Чтобы был так веселее, порадостнее. Ну, если хотите, конечно.
Ну, такое поле, это вот вид на вот этот поселок Львовский из этого Львовского леса. Его еще тоже Львовский называют. Но вообще как-то больше Лаговский все-таки лес, потому что и напротив него как раз находится все-таки деревня Лаговская. А Львовский все-таки вид немножко в стороне он находится. Поэтому все-таки название Львовский, оно в данном случае не вполне правильно. Так же, как и пруд. Ну да, рядом, конечно, безусловно, это главное тут место в данной местности. Но все-таки находится несколько в стороне. Но жители поселка, да, здесь вот любят отдыхать. Особенно раньше любил, конечно. Вот в советское время здесь просто был аншлаг. Здесь народу было намного больше, чем сейчас. Но тогда жизнь была другая, размеренная, спокойная. И люди так вот любили действительно отдыхать. На целый день сюда приходили. Чуть не каждые выходные. Вот, было время. Не было проблем таких, как сейчас. Ну, а сейчас все, люди загнаны. Вот один из таких привалов тот устраивал, тоже такой пикничок себе тут вот недалеко. Он еще один. Тут вот таких довольно много. То есть, видите, люди приходят. Это о чем говорит? О том, что люди здесь отдыхают. Вот. Когда я был, я никого не встретил, но это не, но то, что следы, так сказать, от пикников, шашлыков, они очевидны. Значит, здесь люди, да, любят отдыхать. Приходят. Может быть, и не, опять же, немного, но это и хорошо. В таких местах много людей не бывает. Место очень хорошее. Ну вот, и что удобно, что здесь всегда очень легко добраться. То есть от станции тут идти, ну, буквально минут 20. Да, если так вот размеренным шагом и так что-то смотреть, ну, можно за полчаса дойти. Вот так вот, да. То есть 20-30 минут. Вот, и в то же время недалеко от Москвы, плюс к тому, да, то есть, опять же, около часа хода от Москвы. Если от Царицына, то там и вовсе можно добраться, кто живет там, вот, на юге Москвы, так там, около Царицына, вообще там минут 30-40, и все уже здесь, на Львовске. Ну, вот так вот, такие вот подходы здесь, они, видите, как бы такая вот неокультуренная часть, естественная, поэтому тут подходы, они не такие прямые, как там, да. Ну, видно, что тоже, наверное, тот купался, какие-то делал специальные подставки тут. Ну, не знаю, я вообще, конечно, в таких вот местах бы купаться не стал, честно говоря, потому что тут, во-первых, все и грязно, ну, как в такой воде, она реально грязная, ну, и кроме того, вы сами понимаете, то есть там можно и напороться на что-то, все, пруд неглубокий, то есть там, честно говоря, это очень рискованно, конечно, на мой взгляд, купаться в таких местах. Ну, говорят, когда жара и не там еще искупнешься. Ну, не знаю, с другой стороны. Бывает жара и намного больше. Сейчас еще пока особой жары-то и нету. В принципе. Еще температура не, до 25 градусов даже ни разу не доходила. Ну, вот, а что это? Когда там 30 градусов, еще больше тогда, да. Ну, вот. Ну, не знаю, я как-то обходился без таких купаний, ничего. Вполне можно обойтись. Не, ну, конечно, если был бы хороший чистый водоем, какие проблемы, конечно, искупаться бы неплохо, но в таком водоеме купаться. Ну, а позагорать можно, конечно. Вполне. Ну, а полоснуться можно тогда взять с собой тару какую-нибудь, вон, типа брызгалку сделать и ополаскиваться. Ну, тут уже совсем трудно пройти. Тут вот я говорю, вот я в основном, на этот берег в основном автомобилисты любят приезжать, вот они на автомобилях приезжают, вот рыбаки тоже. Тут как раз рыбу ловят с этого берега в основном. Ну, он такой совсем малолюдный, и поэтому тут рыба, она же не любит, когда шум, она любит тишину. Поэтому рыбаки не любят, когда громко разговаривают, когда какие-то есть шумовой фон такой, кто-то кричит там и так далее. Чтобы рыба хорошо клевала, надо, чтобы тихо было, спокойно. Ну, такие облачка. Хорошая была погода в этом. В этот раз повезло с погодой. В субботу особенно. Платформа Львовская. Ну, понятно, да, то есть, в принципе, как бы сказать, место вы поняли, где как ехать, где находится, да, так что при желании вот можно, в принципе, туда будет поехать. А с другой стороны, видите, вот эта Львовская платформа, там вообще тоже лес сплошной фактически.
Хотя там тоже фактически территория вот этого именно тоже поселка Львовская. Но видите, она как бы разделена. То есть вот там, где вот мы были, проходили, это такая жилая часть. А здесь вот находилась раньше промзона. Вот с этой стороны, по другую сторону железной дороги, отдельно от жилых домов, находилась промзона. И, кстати, именно здесь как раз вот, да, вот там вот за лесом находился как раз этот самый подольский завод цветных металлов, от которого ныне остались только одни развалины. Вот там, прям за деревьями, он находился большой завод. Там же еще, кстати, был закрытый военный городок, находился тоже по обслуживанию всяких там зенитных систем. Вот, и завод тоже там был, не какой-то, ну, типа войсковой части, которая даже шла железная дорога. Но железная дорога, кстати, до сих пор там сохранилась. Ну, и к этому заводу тоже шла железная дорога от станции Гривна, от следующей станции, за перед Львовской, которая. Вот. Ну, сейчас она уж фактически заброшена, по ней движения нету. А раньше вот шло движение в войсковую часть, там эти по обслуживанию ракет, которые тоже такая секретная часть была с закрытым городком военным. Сейчас, по-моему, молодежная называется, он по другую сторону находится. Поселок Львовский, ну, там вот за деревьями как раз. Вон, видите, вот эта вышка, это как раз вот это единственное, что от завода осталось, и там какие-то еще развалины. Но их сейчас вот не видно за вот этими деревьями, но там вот за деревьями, там вот эти корпуса, производственные корпуса бывшего завода вот цветных металлов. Но сейчас, опять же, их практически тут не видно. Если бы была бы зима, но не было бы зелени, то можно было бы немножко увидеть эти развалины цехов. Ну, а сейчас тут практически не видно. Вот здесь как раз находился этот самый завод, который вот, по сути дела, и определил развитие этого поселка Львовский. В советское время, конечно, тут все процветало, на полную катушку работало. Ну и вот эти люди там жили, вот, по той стороне железной дороги, а сюда ходили работать. Ну что, перешел, и вот практически сразу завод. Удобно. Есть же тоже еще и культурная часть тоже находилась этого завода. Но это все там уже не завод, это уже просто какие-то склады. Это уже к заводу не имеет отношения. Ну и, собственно, все. Здесь вот Львовский заканчивается этот поселок. Идет граница этого поселка. Это вот Малое Московское кольцо здесь. И граница проходит по Малому Московскому кольцу. Так называемая бетонка еще называет эту дорогу. А107, если так. Вот. Вот она, бетонка, и вот здесь как раз заканчивается, и к ней как раз примыкал этот завод, и дальше туда много цехов было. И вот здесь и подъездной путь вот туда прям шел дальше. Вот, все. Ну вот, видите, машины стоят. Это все вот бетонка там дальше, вот мост и все заканчивается. Вот, все, переехали. И дальше уже пошел город Климовск, по сути дела.